Друзья мои, я, как и вы, всю неделю работал, не покладая рук. И так же, как и вы, хочу в конце недели просто приятно отдохнуть, друзья. Поэтому, по этому поводу предлагаю нам всем с вами сделать вот такой вот стол, как у меня. Нажарить картошки, нарезать сало, лучка, чесночка, хлебушка. Достать чего-нибудь 40-градусного. Взять чарочку, налить рюмочку. Поздравить нас всех с окончанием рабочей недели, друзья мои. Всех с пятницей! Будьте здоровы!